сравнению со старым стадионом это просто небо и земля. Желание заниматься физкультурой возрастает большое количество раз, и это правда приносит мне удовольствие. Старый был очень испорченным, там были ямы, камни, да, мяч постоянно вылетал на дорогу. Было очень опасно заниматься физкультурой на старом стадионе. Я помню, тут не было раньше травы такой зеленой, не было сеток. Очень благополучно скажется именно на нас, потому что оно позволяет нам дополнительно подготавливаться к соревнованиям и занимать призовые места. Proiectul acesta a fost nu numai pentru școala noastră, și pentru comunitate. Infrastructura în jurul școlii crește. То сейчас ребята имеют возможность проверять все свои знания теоретические, которые мы получили на практике. Как вы видите, мы развиваем и женский футбол для того, чтобы каждый был вовлечен в эту замечательную игру. Это помогает не только развивать у детей множество физических качеств, сплачивает их как команду. И благодаря спорту это тоже объединяет, потому что ребята на уроках играют в одной команде –